вообще сейчас, вы понимаете, какая вещь? Вот сейчас передают охотничьего угодья в частное пользование. Какой-то частник ради своего интереса, чисто корыстного, будет вести дело так, что не по науке, так сказать, не по порядку, а у него другие интересы. Принять охотников, использовать какую-то там часть популяции, продать, привлечь нужных людей и так далее. И вот важно, чтобы охотовед не стал в его руках орудием, которое бы служил вот этим вот неблаговидным целям. То есть закрепление угодий за частными лицами, создание вот этих предприятий таких частного владения заставит, есть такое опасение охотоведов, трудиться не на дело, а работать против нормального охотника. То есть охоту запретят, будут пускать только того, кого надо, владельцу угодья и так далее. Такая опасность есть. Она есть, конечно, и будет, несомненно. Потому что рынок, в конце концов, диктует вот прибыль и все эти проблемы, как программы, которые будут расходиться с вашими знаниями и убеждениями. То есть надо быть принципиальным.